почему здесь... Какой он скользкий просто. Энтропик не играет без коннектора. Почему они коннектор вообще отдали? Это, чем это обусловлено? Знает про мид, знает про длину. Есть информация, в этот момент падает за его команда. Виталити бежит. Крепкий орешек, говорили они, но не тут-то. Они просто развернулись, а он ползет и что-то говорит одновременно с этим, получает в голову. Дальше все. Дальше все просто, на самом деле, для команды Энтропик. Как бы такая ситуация. Как погиб Шокс и Апекс, это, знаешь, это можно в нарезку какую-нибудь на ютубчик там запилить. Кстати, касательно...